В Иркутской области более 2 миллиардов рублей направят на работы по благоустройству. В этом году обновленные улицы, дворы и скверы появятся в 87 муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев во время открытия форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды». Он проходил в Братске. Подробности в следующем материале. Федеральный проект формирования комфортной городской среды в Иркутской области реализуется уже 5-й год. Название полностью отражает главную задачу проекта – улучшение внешнего облика сел и городов, сделать его максимально комфортным для населения. Важно и то, что для участия в проекте нужна активность местных жителей. Прежде всего, поддержку получают территории, победившие в рейтинговом голосовании. Очень важно, что мы эту работу сделали вместе. Сделали вместе с жителями, которые принимали решение о выборе, куда использовать бюджетные деньги. Но впереди еще огромное количество дворовых территорий, общественных пространств. Проекты, направленные на благоустройство территорий, накануне обсуждались на форуме «Городское развитие и совершенствование качества городской среды». В Братск, где проходило мероприятие, съехались представители областного правительства, законодательного собрания, Государственной думы и, конечно же, главы муниципалитетов. Цель форума – наметить дальнейшие перспективы и обменяться опытом. Общение с коллегами – это тоже определенная необходимость. Все мы, в общем-то, решаем одни и те же задачи, но пути решения задач, они могут отличаться, и это, безусловно, опыт в общении. Просто приятно пообщаться с коллегами, тем более вот в этом пандемийном периоде мы были в этом ограничены, все больше на экране друг друга наблюдали. Мэр Ангарского округа Сергей Петров выступил с презентацией лыжно-биатлонного комплекса. При поддержке бюджета всех уровней, а также крупного бизнеса удалось создать спортивное сооружение, как минимум не имеющее аналогов в Иркутской области. Дети могут заниматься здесь бесплатно. Другой важный проект, на который обратил внимание губернатор Игорь Кобзев – благоустройство малых городов и исторических поселений. Мы действительно включились в такую правильную повестку приведения территории в малых городах, исторических поселениях. На протяжении вот 2 лет 5 территорий каждый год выигрывают. Сегодня нам репутация это точно нельзя испортить. И мы заявились уже на следующий год более 9 сегодня городов, малых городов, исторических поселений, которые готовы участвовать. Коллеги не должны подвести. В этом году в Иркутской области благоустроят около 200 общественных территорий. Как отметил губернатор, до 1 апреля муниципалитетам необходимо заключить контракты, чтобы к началу строительного сезона уже приступить к работам. Александр Бучков, Руслан Ульмасов. Местное время.